упражнение зашагивания на платформу. Мы ставим полностью стопу на платформу. Не допускаем того, чтобы пятка у нас находилась не на платформе. Делаем упор на всю платформу. Следим за тем, чтобы подъем осуществлялся за счет мышц задней поверхности бедра, ягодицы и квадрицепса, а не за счет отталкивания задней опорной ноги. Удерживаем также прогиб в поясничном отделе, небольшой наклон корпуса вперед. Также мы плавно возвращаемся вниз. Плавно возвращаемся к низу без расслабления целевых мышц. Чувствуем натяжение в мышцах заднего бедра и ягодицы. При подъеме выполняем выдох.